Дорогие друзья, мне было очень приятно приехать сюда еще раз в Мурманск, с вами встретиться, позаниматься. Конечно, бы хотелось немножко поработать больше над техникой, над прикладными элементами. Ну, я считаю, что мы продуктивно провели время, немножко сделали судейство по ката, соревнования посмотрел. Но уровень у вас, ребята, естественно, растет. Я бы хотел вас призвать более серьезно относиться к технике, чтобы как бы занятия тихоны помогали вам в комитете. Ну и массовости, чтобы с каждым годом все больше и больше было соревнов. Проводите своих друзей, заставляйте заниматься своих родителей, и тогда будет вам интереснее самим заниматься. У вас появилась, сейчас началась новая история. Мурманск за 30 лет карате, то были подъемы, были спады, и сейчас у вас начался новый подъем. И желаю, чтобы он был эффективным, и чтобы вы достойно заняли хорошее место в нашем спортивном календаре и в наших спортивных соревнованиях вы занимали также ведущее место. Спасибо, Кирилл. Ос!